Всех приветствую. Всем мир Божий, шалом. Очень нечасто получается мне зайти, чтобы записать видео. Дорогие друзья, мы по всему видим, по Слову Божьему, по книге Откровения, что восхищение близко, на пороге. Считанные месяцы или считанные месяцы, не дни, да. Восхищение на пороге. Пора поправить свои светильники. Дорогие друзья, все вышли Богу навстречу. Все мудрые и неразумные. Они все вышли навстречу жениху. Они все взяли светильники. Они все взяли масло. Только как жених замедлил, то у половину верующих масло, светильники потухли. Не хватило масла. Да, написано так. Они просили у тех, у мудрых, им одолжить. Но они не могли им одолжить, потому что они сказали, что не хватит. И тогда не хватит на всех. Дорогие, это уже все. Последнее время. Кто будет готов, тот вознесется. Вот. Это. Молимся еще за детей, за внуков, за всех надо молиться, чтобы Бог их также спас, дорогие друзья. Я не хочу, чтобы мои дети остались, и мои внуки, моя дочь, мои внуки. Я не хочу этого. Поэтому я молюсь. Очень молюсь, как никогда раньше. И верю. Надо меньше молиться, а больше верить. Друзья, поступайте по любви, направо и налево. Только по любви. Сейте любовь во все стороны. Этим вы покажете, что светильник ваш горит. Это любовь, это масло, это Дух Святой. Только любовь поднимется. Язык умолкнет, пророчества прекратятся. А только любовь поднимется. Вес имеет светильник, которым горит любовью ко всем окружающим. Дорогие, когда избили израненного, он лежал во рву. Все священники и левиты прошли мимо. И простой человек жалился над ним. Дорогие, давайте молиться за наших близких, друзей, чтобы они, когда останутся на скорби, чтобы они были верны Богу, чтобы не приняли печать Антихриста, потому что потом спасения не будет. Дорогие друзья, последнее время. Может быть, на Новый год, а может быть, после Нового года. Никто не знает ни дня, ни часа, но написано, что по признакам мы узнаем. Началась война в Иерусалиме. Сейчас многие страны пойдут за Иерусалим, а многие страны пойдут против. И вот сейчас начнется Армагеддон. Очень многие верующие не понимают книгу Откровения. Они ее неправильно толкуют, потому что написано, нельзя разрешить Писание самому, а только Духом Святым. В кого есть Дух Святой, в кого горит любовь к ближним и дальним, у кого сердце открыто для израненных, избитых. Друзья, в тех горит любовь, в тех светильники горят, и те понимают Слово Божие. Последние месяцы. Будьте готовы. Просите друг у друга прощения, примиряйтесь с людьми. Потому что написано, Царство Небесное не придет приметным образом. Оно внутри нас. Что в нашем внутри? Царство Небесное или зло, ненависть, распри, ссоры, клеветы, злословие друг на друга? Или мы распространяем Царство Небесное, которое уже внутри нас, в которых горят светильники, то мы готовы ко встрече с Господом. Друзья, помните, пророки сказали Раби, которая была блудница, они сказали, всех, кого приведешь в свой дом, будут спасены. Разбойник на кресте также покаялся. Если вы еще не примирились с людьми, если еще Царства Небесного нет внутри вас, у вас есть время, даже день, это уже есть время. Примиряйтесь, дорогие друзья. Многие не обращают внимания, многие ни разу в жизни Библию не прочитали. Понимаете?
как вы будете спасаться? Бог, сам Бог плачет. Он говорит, от недостатка знания гибнет народ мой. Дорогие друзья, кто готов, молимся за наши семьи, за близких и родных, молимся. Уже времени не будет, уже времени нету, с каждым днем будет хуже. И вот когда уже будет очень плохо, когда вот начнется война во всем мире, до этого, друзья, до скорби, готовые будут вознесены, восхищены. Будут муж и жена, обои христиане, и будут спать на одной постели. Один возьмется, а один оставляется. Написано. Дорогие, будьте готовы, вы засыпаете с молитвой и просыпаетесь. Или с художественными фильмами, какими-то играми. Вот вы и останетесь, дорогие. Только потом не примите печать Антихриста, и все равно будете, потом будете спасены, когда будете переплавлены в собственных страданиях и через собственную кровь. Все мы видим, да, что все, начало конца, отсчет идет назад. Все уже началось. Молимся, готовимся. Поспешите, поспешим. Первые будут последними, а последние будут первыми. Подумаем над этим. Поднимаемся. Дорогие, наши двери открыты каждый день для молитвы, для сильной молитвы. Приглашаю всех. Welcome. Всех люблю. Все должны готовиться, чтобы не остаться. Иисус идет. За готовыми, за своими. Аминь.